Милый, а когда мы поженимся? Дракон! Дев! Я давно хотел тебе сказать, я гей. Милый, когда мы поженимся? Милый, когда мы поженимся? А давай зимой. А давай. 30 февраля. Класс! Мам! Именно мы. Не какие-то там неадекватные люди, а мы, ты и я. Вот ты смешная, конечно, блин. Поженимся. Нормально же общались, ну. What do you say? I don't speak Russian. Китаю. Вот если бы... Но нет. Есть же... У нас сколько? 5, 8 цифры, а? Поженимся. Снабжение? Поженимся. Женька? Поженимся. Женька уехал. Все, нету Женьки. Он дома. Я слишком молод для этого дерьма. Так, мы живем на 5-м этаже. Можно сломать обе ноги. Но это все же лучше. Мне срочно нужно на балкон. Я сейчас приду. Какое мерзкое слово. По-любому твоя мама придумала, да? Все вы бабы такие. Одна свадьба на уме. Настя, мы уже не подходим по совместимости. Ты этот, я Лев. Настя, ну ты чего? Это же не по-настоящему, это для видео. А, да, блин, я что-то в роль вжилась вообще. А по-настоящему женился бы. А, так ты реально тупая. Смотри, дракон! Где? Всем привет! Не забывайте ставить пальчики вверх под этим видео и подписываться на канал. Всех люблю! Пока-пока! World's apart, we're shooting stars, skies are open.